Добрый день, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, я Эдуард Петин, и мы продолжаем тренировать руку, глаза и мозг, кому что нравится, в скульптинге блендера. Навыки нужны, поэтому я делаю постоянно, каждое утро, каждый день. Так, наращиваю нейросеть и дефолтную систему. Кто не знает, Google в помощь. Так, короче говоря, нам сейчас надо сделать следующее. Нам надо сделать... Ну что тебе опять не сидится? Нам надо сделать с вами такую девочку-дрессировщицу. Собак или кошек, что хотите. Лучше собак. Так. Мы возьмем с вами сейчас Image Reference. Так, пойдем, сейчас я вам покажу, какой референс нашел. Так, где он у нас? Десктоп. Вот. Ну, нашел по отдельности, но собрал, в общем-то, цельно. Так, теперь мы ее увеличим малость. S. Вот так сделаем. Так, и мы сейчас находимся с вами вот здесь. То есть G надо поставить нам по оси X. Ну, где-то вот так, наверное, я думаю. Это будет серединка. Так, хорошо. Далее поделаем Shift D. Говорим P или пока не говорим. Так, ну вот так у нас двойной получился, это и это прекрасно. Так, смотрим сбоку, троечку жмем. И разворачиваем эту контур RZ 90 градусов. Так. И двигаем уже эту подружку вот сюда. Живем по Y-ку. Вот. Так, наверное, по шее судим. То есть, нам для того, чтобы, допустим, первое, да, ну вот они. Третье, ну вот они, все прекрасно, но есть одно но. Сейчас я вам его покажу. Мы с вами сейчас возьмем куб. Mesh. Mesh. Куб. И у нас ясно, что у нас половина сразу же там остается. Поэтому мы сейчас возьмем это. Этот видим. Под G. G по Y. Вот так сделаем. Вот так вот. Вот так. Так. То же самое будет происходить, если мы скажем. Так. Нам надо поставить ее за этот куб. Так. Это будет G по X. Ставим за куб. Вот так. И теперь смотрим. Единица, тройка. Отлично. И этот куб, что мы с ним делаем? Мы идем в трансформацию, конечно же, как будто бы. На самом деле мы его выделяем и говорим ему, что дорогой наш товарищ, вот вам Subdivisor Face, причем дважды. Пользуйтесь и не благодарите. Так, можем сказать сразу, что мы недовольны. Берем этот кубик. Опа, ребятки, я ошибся. Мы недовольны еще. Потому что вот тут нам надо иметь кубик, чтобы управлять этим всем. Вот так ставим.
и делаем больше. Делаем прозрачность, включаем и идем дальше еще. Зато стараемся удерживаться на этой плоскости. Так, теперь говорим следующее. Мы берем вот этот. Это. Так, в точках, да? Мы берем вот эту точку и вот эту точку. И постараемся немножечко S S по X. Так, примерно. А эти наоборот точки. Назад. X. Где-то вот такое у нас должно быть. Что-то такое появиться у нас должно. Только тогда мы можем согласиться. Так, я специально не делаю до конца, потому что здесь будут волосы, это однозначно. Причем довольно-таки большие, видите, вот здесь вот. Так, хорошо. Выключаем прозрачность. Видим. Что все в порядке. Так. Теперь можем добавить, наверное, количество полигончиков-то. Почему бы нет? Но сначала мы пойдем вот здесь, вернее, так, ребят, подождите. Два. Мы пойдем сбоку посмотрим. Да? И мы видим, что нам недостаточно этого немножко. Посему все-таки я думаю, мы должны согласиться теперь. Мы вот эту часть выберем в редактировании. G. Колесико покрутим. И вот так вот мы сделаем. Так. Здесь наоборот. Здесь немножечко отправим. Здесь пойдем сюда. Здесь. Так. Это так. Я думаю, это то, что нужно. Разве что вот это еще выдвинуть немножко сбоку. Если посмотреть, то оно тоже требует своего.
Видимо, не хватает немножко, поэтому мы скажем Ctrl-R еще одну, чтобы увеличить. G. Это сначала G. По-моему, получилось. Так, и теперь смотрим, где у нас глаза, где будем делать глаза. Ну, тут понятно, это нос, вот это рот. Хорошо расположилось, все замечательно. Но. Такое ощущение, что вот это надо G немножко подвинуть вниз, Z. Это с этим тоже. Ладно. Убираем и то, и это. Вот такое у нас начало. Хорошо. Что еще мы в этой форме можем делать пока что? Ухи. Ухи у нас вот здесь, да? Тут у нас ухи. Значит, нам нужна еще одна. Ctrl-R, да? Такая. Потом мы ее уже загнем в ухо, куда нам надо. Тут хорошо бы расположить глаза, но я не знаю, насколько они здесь должны быть. Надо смотреть. Ну, допустим, смотрим глазки. Пу-пу-пу. Нет. Даже близко не центр, ребята. Даже близко. Поэтому давайте-ка вот отсюда отпрыгиваем. Эти развернем. Опа, S. Побольше сделаем S. Вот так, я считаю. Ну-ка. Делаем все аккуратно, не торопимся никуда, ребят. Нам тут спешка ни к чему. Оно. Тут оно. Я думаю, мы достигнем своей цели, если будем вот так потихоньку идти. Нет, теперь этот мне не нужен. Вот так. И ясно дело, теперь мы можем это все немножко раздвинуть, наверное.
смотрим спереди. Главное не торопиться, ни в коем случае, ребят, не торопиться, не надо это делать. Это не я, не вас, это я себя так настраиваю, потому что у меня есть такая привычка быстренько сделать все красиво, быстро. Как говорил один знакомый плохой художник, аккуратно, по-быстрому. У него было выражение такое, мы всегда смеялись. Так, ну вот примерно, мне кажется, мы подошли к той форме, которая нам нужна. Постепенно. Вот такая у нас форма получилась. Где? Я вот не пойму, чья это. А, это с головы, мне не нужно. Иногда вот с этим, конечно, проблемчики. Вот это нам надо постараться поработать же. Теперь вы, наверное, скажете, Эдуард, пора бы, наверное, симметрию включать. Я согласен. Потому что два раза вот это тут делать, это не получится одинаково. Это стопудово. Поэтому мы сейчас с вами, опять же, зачем я выключил вот это, включаем, берем B и выбираем все вот тут точки и удаляем их безжалостно. А далее просто пойдем в Mirror. Так как мы по ИСУ установили, то все нормально. Клиппинг поставим обязательно, чтобы она слипалась. И смотрим. Да. Да-да-да. Вот тут, наверное, придется вглубь вдвигать. Сдвигать, вдвигать. Так, ну мы сейчас сделаем, ребята. Не сейчас, а после того, как мы задвинем это дело все. ТНТ. Давайте. G. Вернее, это будет уже Смолин сбоку. Е. Так, а почему она? Почему там ее бы не поднять чуть-чуть? Так, к примеру, да? Так, и здесь два пути. Или же мы делаем здесь bevel, или мы вот тут делаем Ctrl-R. Вот тут. Все равно можно тут. Так, теперь давайте проверим, что нам это даст, если мы сейчас подключим вот и скажем, что у нас есть необходимость subdivision. Слишком жесткое, не нужно нам это, значит так. Эксперимент показал, вот, что вот эту часть нам надо с вами выделить. И, соответственно, сказать Ctrl-B. Ага. Но нам надо сделать следующее. Подождите, объект мод. Вот это все выделить. И сказать, что у нас никаких проблем нет с... Ну, у нас их нет. Почему у нас было проблем? Это не есть хорошо. Ну,
Ну, что творит гад? Ну, явно у него какие-то проблемы. Почему он туда уходит? Я могу, конечно, вот так сделать, а потом вот эти расширить. Ну это чушь собачья, это не то, что я хочу. Подождите, ребята. Погодите. Сейчас мы это уберем пока. Dissolve it. Вот так. Тут надо подумать, почему он это не делает. Он должен это сделать. Он просто уводит ее вниз, не создавая никаких баллов. Так, стоп, ребята. А если я пойду вот так его заставлю баллов? А где у нас тут? Ну, он же по всей будет работать, правильно? Он же не будет так работать. Так, что-то тут не то и не так. Скажите. Подскажите. Так, я остановлюсь, подумаю. Все равно как раз тут следующее там надо делать. Видео уже. Стоп.